пробочки? А? Оценил пробочки? За 10 лет творческого пути этот музыкальный коллектив из столицы стал видным представителем российского независимого гитарного рока. Сейчас на их счету 2 полноценных альбома и 2 EP, целый набор клипов в ротации известных телеканалов, участие в крупнейших российских фестивалях и совместные концерты с такими гигантами, как One Republic, Vanilla Sky и другими. Меня зовут Евгений Черемухин, это передача «Время говорить». Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях группа Not Single Brick, а конкретно ее фронтмен и вокал Максим Фролов, а также гитарист и вокалист Александр Парамонов. Привет, здравствуйте. Доброе давайте утро. Сразу добрый на вечер. Ты. Да, давайте. Да. Ребята, интересно вот что. Вы приехали из столицы сюда за много тысяч километров. А как начинался ваш путь? Как вы к этому пришли? Ну, путь группы, на самом деле, как было верно отмечено, начался 10 лет назад в обычной московской школе. Большинство из нас ученики одного и того же класса. Вот. Но еще более веселая история началась вообще в 5 классе той же самой школы, когда мы с Сашей начали записывать в домашних условиях рэп. У нас была приставка PlayStation, мы там делали минуса на диске, потом выносили этот диск, записывали с него музыку на кассету. Домовята? Да, Домовята была сказка, и мы переписывали Домовят, да, записывали свой рэп, минус, так сказать. Записывали за минус, а потом поверх него через другой магнитофон. Я правильно понимаю, рок-группа, приехавшая из Москвы во Владивосток, начинала с рэпа, записывая минуса на российские сказки. Но это не совсем рэп, это больше как хип-хоп, олдскул хип-хоп. Мне кажется, что если мы продолжали бы, сейчас мы собирали бы стадионы, как известные рэп-артисты. Да. А дальше, как все получилось дальше? Дальше просто начали, Максим начал играть на гитаре, я начал играть на гитаре на футбольных сборах, мы с ним играли еще в футбольной команде в одной месте. Вот, начали играть на гитаре, слушать музыку разную, и как-то так получилось, то, что мы решили собрать группу. Сначала собирались дома, играли на гитарах, потом забили первую репетицию, так сказать. И все, и пошло-поехало, первый концерт. И забавно было, что у нас в классе, у нас был гимназический класс, и у нас в классе было две рок-группы, состязающиеся между собой. Да. И мы с Сашей хотели очень заполучить барабанщика и басиста из той другой группы, а они, наверное, очень хотели нас, но нам хочется в это верить. Вот, потому что их группа была плохая, и наша была не очень хорошая. И в итоге мы соединились для того, чтобы играть на последнем звонке, и с тех пор не разъединялись, только басист у нас, к сожалению, ушел, мы его заменили. А как происходил вот этот путь становления от первых записей, каких-то демо-версий, может быть, дома в звуковую карту, до того момента, что сейчас у вас есть клипы в ротации, песни, все вот это? У нас, я не знаю, к счастью или к сожалению, мы прошли этап домашней записи сразу, и нам всегда почему-то с детства хотелось звучать классно, звучать современно, модно, записано на серьезной студии. И у нас не было такого, что мы сидели, ковыряли. Ну, не считая вот этих рэп-пластинок. Не сидели дома, мы не ковыряли через домашние студии, а пошли сразу 16-летние, 17-летние пареньки на серьезную студию, где на тот момент записывались наши кумиры. Очень тревожно нам было по этому поводу, но пришли, сделали песню, которую до сих пор... Мы сейчас вот выложили новый EP на интернет, и люди в комментариях, в соцсетях присылают вот тот самый трек, который мы сделали 10 лет назад, будучи там месяц в группе. Это очень круто. Да. А вы сразу определились с жанром, что вы будете играть? Или вы постепенно себя варили в собственном соку, пробуя и ошибаясь? Ну, на самом деле, с жанром мы определились, когда начали играть. Мы начали играть просто самую простую музыку. То есть это что-то ближе к поп-панку, панк-року. А потом в процессе развития нашего музыкального вкуса, наших музыкальных возможностей, мы начали добавлять что-то новое, утяжелять или наоборот облегчать звучание.
Вот, и... Ну, сложно сказать, что мы определились с музыкальным жанром. Даже сейчас один из пабликов в соцсети известный написал, там, где они обычно пишут жанр, группа пока не определилась. Да, потому это что... ваша позиция или они так подумали? Не знаю, наверное, они так подумали. Мы обычно определяем себя просто как рок-группа в максимально широком формате. Потому что песни у нас действительно очень разные. В одних мы вставляем очень много электроники, они получаются более-менее танцевальными и поп-песнями. А в других у нас есть тяжелые панк-рифы и быстрые барабаны. А где-то у нас есть записанный целый оркестр, который играет там на фоне в этом треке. Для Владивостокских музыкантов животрепещущий вопрос. Бытует мнение, что такой рок-жанр, он немножечко, не совсем, что ли сказать, умирает. Он синтезируется, сам себя синтезирует. И обязательно сейчас внедрять вот эти вот подложки электронные во время живых концертов. И все, вот, все в таком роде. Как вы считаете? Вообще не обязательно. Я недавно оказался в ситуации, когда мне... у нас есть такая игра, она называется «Злой волшебник». Тебя ставят в положение выбора. Ты должен выбрать либо одно, либо другое. Представить гипотетическую ситуацию и выбрать. И вот я был поставлен в ситуации, в которой либо я играю всегда с оркестром, вместо подложек живым, либо только тем составом, который у нас находится на сцене. И я выбрал тот состав, который находится на сцене, потому что условия, связанные с предоставлением оркестра, были неудобоваримые. Две крайности, да? Да, две крайности. Вот если надо было бы выбирать, я думаю, что мы выбрали бы играть все-таки без подложек. Хорошо, и немного о составе. Состав остался прежним со времен вот, школы «Последнего звонка», либо он менялся со временем? Состав остался три из пятерых участников те самые из 911 школы города Москвы, а два парня пришли чуть-чуть попозже. Угу. А как происходит этот процесс знакомства с новыми музыкантами, и как вы решаете, что вот эта часть моего коллектива, мы друг друга понимаем? Расскажите. С гитаристом третьим, который с нами уже, наверное, лет 5, а то и больше, мы познакомились, просто общаясь в одной музыкальной тусовке, и мы с ним наладили контакт. И подумали о том, что у нас, ну, как бы мы записывались на студии в то время, и у нас было очень много партий, которые мы не могли живьем сыграть. Просто потому, что мы либо поем, и это неудобно, либо потому, что это выходит за рамки трех гитар. А тут мы общались с Женей Прокофьевым в рамках просто дружеских отношений, и как-то так заобщались до того, что позвали его в группу. Вот. А басист Петя был найден по объявлению. Дело в том, что мы, когда наш первый басист ушел, тот самый, с которым мы играли еще в школе, мы очень долгое время находились, что называется, в поисках и не могли найти вот того человека, который бы нам подходил. И отчаялись до того, что решили дать в интернете объявление. Провели кастинг и почему-то вот из всех выбрали именно его и сошлись с ним, несмотря на то, что звучит это не очень прикольно по объявлению, но получилось так, как будто нифига не по объявлению, а ближайший наш братишка и приятель. Хорошо. У вас творческая диктатура, либо у вас как это демократия, и вы каждый вносите идею в продукт? Абсолютно творческая демократия. У нас даже барабанщик, знаете, бывают такие шутки, когда барабанщик вносит идею для песни, и это последняя его репетиция. У нас на самом деле не так. У нас даже на новом EP есть пара мелодических линий, предложенных барабанщиком, вокальных. Вон оно как. Да. Хорошо. А есть ли музыкальное образование у вас, как у коллектива? Либо вы самоучки и все ко всему пришли сами? У басиста есть музыкальное образование, как раз который вот пришел к нам. По объявлению. Да, по объявлению. У него фортепиано, по-моему, что ли. А так в целом, как бы мы в основном пользуемся своими чувствами, джемуем, импровизируем, и вот это, в итоге из этого получается музыка, которая нам нравится. Да, нам нравится изобретать аккорды. Ну, может быть, мы их только для себя изобретаем, но тем не менее нам нравится открывать их. Это такое прям детское ощущение того, что ты узнаешь что-то новое, тебе никто об этом не рассказал, ты сам к этому пришел, поставил пальцы как-то в раскорячку на гитаре, и вдруг это зазвучало. Ну, журнал Rolling Stone же говорил, да, что everything is a remix, то есть нельзя создать что-то новое, не опираясь на старое. Да, так, да, что... да. А скажите, на чем вы играете? Какие инструменты у вас? Да, на самом деле, всегда пробуем что-то новое. Вот, например, на студии, в которой мы записываемся в Австрии, там очень много всяких разных инструментов. То есть ты можешь идти, поиграть на фортепиано, потом на дудочке какой-нибудь подудеть, так сказать. Вот. Но в целом, как бы, стараемся все-таки развиваться в своих профессиональных, так сказать. Я имел в виду немножко другое. Какие вам подходят инструменты больше? То есть кто-то любит жирные Les Paul, кто-то любит... Вот я про это говорю. Если в этом плане, то на самом деле все зависит, тоже зависит от звука.
То есть, если ты играешь какой-то риф какой-то, вот действительно какой-то прям мощный, то Les Paul, конечно, допустим, то есть в разных старенький. Композициях вы используете разные инструменты? Конечно, на студии, да. Меняем. На студии есть возможность использовать даже в одной песне разные инструменты, но и живьем. Дело в том, что наличие в группе трех гитаристов помогает тебе очень сильно. То есть у нас, например, тот самый Евгений Прокофьев играет на Gibson Les Paul и Gibson SG, да, с огромным педалбордом, и он забирает себе большую часть разнообразия гитарного звука. У меня Fender Telecaster. У меня Gibson Les Paul. Да. Но это... Это временно. Это не говорит о ваших предпочтениях, это просто сейчас так. Это мое предпочтение. Я очень люблю фендеровский звук, и я не планирую менять. Просто как бы я вот решил поэкспериментировать. Сейчас у меня уже другие мысли. Но в целом как бы я Гибсоном очень доволен. Просто хочется что-то новенькое. Говорят, что скоро рухнет компания. Это передача «Время говорить». У нас в гостях группа Not a Single Break, и мы продолжаем. Ребята, сейчас очень важно. Прошло столько лет, такой большой путь вы проделали. И вы здесь. Зачем? Мы сыграли в Владивостоке уже 3 концерта. Сегодня у нас наш второй выходной день, и завтра мы уезжаем в Китай. Это наш первый азиатский тур. Вообще, на самом деле, мы до этого добирались максимально только до Красноярска. И побывать на Дальнем Востоке тоже было очень классно, но, конечно, основная наша цель – это тур по Китаю. То есть вы делаете первый тур на азиатский рынок, грубо говоря, да, шаг совершаете? Да, это было нашей мечтой, наверное, на протяжении 5 лет. И волей судеб мы познакомились с Пашей, который является представителем лейбла отсюда, из Владивостока, который организовывает туры российским группам. Лейбла – это который Borderless Geek Wave, который да, новый? Да. Mm-hmm. И...
какова цель? Зачем? Зачем нужно идти на азиатский рынок? Вот вам, как музыкантам, а вам интересна аудитория, вам интересны новые ощущения от музыки или что? Нам кажется, что, ну, я не знаю, я буду говорить за себя, мне кажется, что в России с музыкой всегда было не очень хорошо, с восприятием музыки. И я не то чтобы жалуюсь, просто действительно стоит признать тот факт, что музыка в России является неким фоновым продуктом, который связан с модой. Приходит мода на хип-хоп или рэп-музыку, все массово слушают хип-хоп и рэп-музыку. Вы хотите сказать, что нет костяка какого-то культурного? Нет, да, нет костяка. То есть если за рубежом группы, например, в пике, на пике своей популярности и моды могут собирать 10 тысяч, то мода проходит, за ними останется их фэн-база, для которой они могут играть концерты, выпускать пластинки и жить припеваючи. В России, мне кажется, что если не считать большие группы типа Земфир, ДДТ и прочих, в основном мода проходит, и группа остается ни с чем. И тут есть два аспекта у этой проблемы. Во-первых, остаться ни с чем, как музыкантом, профессионалом, это просто неприкольно, потому что тебе тогда придется искать новую работу, а мы ничего делать не умеем. А во-вторых, что более важно, наверное, даже, это то, что получается, что ты играешь музыку не для людей, которым она интересна, а для людей, которые пришли на твой концерт просто потому, что это модно и трендово, и они хотят просто сделать селфи на фоне тебя в Инстаграме, и ты приходишь в концертный зал и просто видишь там 200 поднятых телефонов, а люди не слушают то, что ты делаешь. То есть искусственность и пустота какая-то ощущается? Ну, может быть, это немножко громко сказано будет, но да, есть что-то такое, что очень малое количество людей, как мне кажется, готовы воспринимать музыку как нечто такое, без чего они, в принципе, не могут жить. На одном известном ресурсе новостном была публикация культуролога, где он ввел термин «тухлая сцена», но все решили от него отказаться, это к слову об этом. Какие ожидания у вас от публики, от реакции на музыку у азиатской аудитории? Вот что вы думаете вообще? Как это будет? Очень-очень хочется верить в то, что публика жадная до музыки, им интересно. Им интересно, возможно, им интересно, потому что они не часто видят парней из Москвы с большими глазами. Может быть, это будет фактором, который привлечет внимание. Но очень хочется верить в то, что за внешностью и за имиджем просто таким привлекательным в качестве диковинки будет скрываться также что-то, что увлечет китайского зрителя и позволит ему углубиться в музыку и послушать ее по-настоящему. А интересно вам послушать коллективы, которые будут представлены там? Вы наверняка будете на одних площадках совместных играть? Очень интересно, и я знаю, что несколько концертов у нас точно будет совместно с местными группами. Вы уже знаете, с какими? Или пока еще нет? Нет, к сожалению, нет. Ну, точнее, наверное, где-то на афишах это числится. Мы просто, честно говоря, находимся в легком туровом забытии. И постоянно даже не знаем, что у нас завтра происходит. И да, местная сцена очень интересует, интересен ее уровень, интересно то, как там живут ребята. Хочется как раз-таки у музыкантов местных спросить о том, как зритель воспринимает группы, как зритель воспринимает новое. Потому что у нас в стране, опять же, если не брать какие-то модные тенденции, с новым большие проблемы. В основном люди любят ностальгировать потому, что они слушали в молодости, либо вообще, в принципе, не слушают музыку. Мне кажется, что после 25-30 среднестатистический российский житель уже музыку особо не слушает. Ну так, чтобы вот покупать все альбомы любимого артиста, ходить на концерты, ездить за границу на его концерты, покупать билеты, покупать футболки и вообще радоваться и прям вот бодриться так, чтобы садиться и слушать музыку и наслаждаться процессом. Мне кажется, что это не очень распространено у нас. Хотелось как считаете, почему? Я думаю, что это отдельная большая тема для разговоров. Она в том числе связана, мне кажется, с экономикой в одной из первых очередей. Потому что мы тут были, вот, как сказал Саша, в Австрии, записывали нашу пластинку, которую мы только что презентовали. И мы были на концертах групп, которые играют музыку типа нашей. И вообще я, в принципе, часто, я люблю путешествовать по Европе и часто бываю на фестивалях и замечаю, что мы на этих мероприятиях оказываемся чуть ли не самой молодой публикой. То есть там рок-музыка – это музыка для людей, в принципе, от 25. На концертах модных современных групп, которые поют порой довольно такие меланхолично романтичные песни, стоят взрослые мужчины и женщины и получают удовольствие от этих концертов. А у нас, мне кажется, что аудитория, которая могла бы слушать подобные нам группы,
она считает уже себя слишком взрослыми, у них 25 их лет или в 30 возникают житейские проблемы, которые несовместимы с тем, чтобы ходить на концерты. Ну, как-то это типа, это вот неоднократно мы слышали реплики после наших концертов, такие, которые звучат так: «Ой, это мне напомнило наш 2007-й». И я так всегда на них реагирую, что типа, ну, вот для меня нет разницы между моим 2007 и моим 2018. Это для меня один период жизни. А у людей это делится на вот, типа, это вот было детство, молодость, когда можно было угорать, веселиться, ходить на концерты и чувствовать себя независимым, свободным и веселым. А вот теперь детство закончилось, все, началась взрослая жизнь, и вот все то я слушать уже не буду, потому что, ну, это какое-то баловство. И вообще слушать музыку — это баловство. Один раз приду и больше ходить не буду. То есть оставь тусовки, всяк сюда входящий. Да. Ну и мне кажется, что это связано, конечно же, в первую очередь, как я сказал, с экономическим вопросом, потому что людям необходимо себя обеспечивать. А также, я думаю, что это просто какой-то общий культурный фон. Слушайте, у нас в довольно серьезную ипостась перетекает разговор, но давайте вернемся все-таки к вашему музыкальному опыту. Вы до этого играли за границей. Перечислите, где? Или не играли? Или играли? Играли. Играли несколько концертов в Европе. Два концерта у нас были в городе Грац, в Австрии, в которой мы записывали наши пару релизов. И играли на фестивале Кубана, который проходил в Риге. Вот. В принципе, публика абсолютно адекватная, все очень хорошо реагирует и на русский язык, и на английский язык. Мы даже в работе с публикой даже заставляли австрийских, так сказать, слушателей, чтобы они говорили по-русски, вот, пели. Ну и как бы все абсолютно положительно и круто. А что они говорили? Это что, цензурное было или лучше не стоит? Я вот точные слова не помню, но мне кажется, какой-то микс. То есть, может быть, что-то цензурное. Мне кажется, мы заставляли их петь просто песни наши на русском языке. Ну, самые простые. Ну, да, публика подвижна, то есть она пластичная. Публика подвижна, да. Это вот как раз я хотел сейчас отметить, что наши пара концертов, пара-тройка концертов в Европе показали, что зрителю интересно. Мы когда первый раз приехали играть в Австрии, ну, народу было, естественно, не очень много, но после концерта у нас купили немалое количество дисков, футболок, а потом, когда мы вернулись домой, мы нас стали обнаруживать в Фейсбуке посты, которые вели нас на какие-то местные рок-порталы про местную австрийскую музыку, и там были большие статьи про нас, хотя в тот момент про нас не было ни одной статьи даже на английском языке. То есть люди загнались, перевели с русского, взяли небольшое интервью у нас через Facebook, сделали все ссылки, оформили красиво. То есть им стало интересно, они погрузились, они слушали, они до сих пор на нас подписаны на всех социальных сетях, кроме одноклассников. Вот. И, ну, то есть они до сих пор следят за нами, им интересно. Вот что значит активный слушатель. А вот у вас был концерт во Владивостоке недавно. Скажите, Владивосток преследует та же проблема, что и всю остальную страну в плане вот этой публики не первой свежести? Нам пока сложно сказать, потому что концерты прошли... У нас, ну, чаще всего концерты сами живые, они проходят очень весело, бодро, и люди отрываются, танцуют, поют. Но просто часто бывает так, что через год ты возвращаешься в город, и ни одного из тех людей, которые были на предыдущем концерте, нет. Хотя они к тебе подходили, обнимались, фотографировались, говорили, ну, что я могу лучше сказать защиту Владивостока, что ему это можно простить. У нас здесь и Вирокс, и часто приезжают азиатские музыканты, и постоянно какая-то движуха, поэтому, ну, несмотря на его такую удаленность, он достаточно текучий в плане творчества. Да, это такое, довольно. Так что это лишь в оправдание. Мы постоянно слышим о Владивостоке, о владивостокской движухе, но, как мы все знаем, фестиваль Вирокс в этом году не состоится. Да, но опять же, мы это тоже грустим. Я не призываю оправдывать, потому что я не делаю никаких выпадов в сторону владивостокской публики. Концерты нам очень понравились, правда. И зрительская отдача нам понравилась, и атмосфера, и площадки, и то, как нас встречали люди, работающие с нами на площадках. Это было классно. Просто я говорю о том, что, ну, непонятно. Это если проблема мы вернемся, для всей публики. Да, это проблема для всей страны. И просто вот обидно порой, когда ты играешь классный концерт, все радуются, танцуют, веселятся, приезжаешь через год, и никого из этих людей нет. Посмотрим. Мы очень надеемся, что в Владивостоке будет. А сейчас вас ожидает тур в Азию. Да. А после тура есть какие-то планы? Да. Может быть, вернуться вновь на Дальний Восток? Мы, еще не побывав в Китае, уже хотим запланировать второй тур. Угу. То есть в нас есть какая-то подсознательная уверенность в том, что все пройдет отлично, что нам безумно понравится, и что мы бы хотели развиваться на этом рынке.
И в том числе приезжать играть во Владивостоке, как, ну, как сказать, в перевалочном пункте, потому что нам очень город понравился. Мы гуляли тут все несколько дней, которые здесь находились, не съездили в сафари-парк и не были еще на острове Русском. Поэтому ну, точно нужно вернуться. Ну что ж, остается пожелать вам удачи. Спасибо. В будущем туре. И обязательно возвращайтесь к нам еще, чтобы и в том числе съемочная группа 8 канала сходила на ваш концерт, потому что, к сожалению, пропустили. Это была передача «Время говорить». До свидания. Больше, чем я.